Хей, hey, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. Ой-ой-ой, точняк, стопэ. Только вспомнил. Я ж себе сделал слотик для четвертого вида орудия, поэтому нам нужен пистолетик. Я говорю, пистолетик, а не пулеметик. Пистолет. Снадим его глушителем. Ай-яй-яй-яй, он дорогой. Мне денег не хватает. Лады, а что у меня на четвертом? Так, калашников. Ладно, то, что найдет, то и будем. С тем и будем ходить. Сегодня нам нужно убить этого дауна. И пойдем уже выполнять миссию нашу, основную. Пираты захватили местную ферму, чтобы выращивать там наркотики. Почти традиция ракьят, убейте его ножом. А, как далеко? Ага, 200, хорошо. Ой, я еще по тросу, да, спущусь? Или нет? Машину мне не стоит, да, брать? Или лучше взять? Ну, блин, даже не знаю. Убить ножом. Пока что, значит, с луком похожу. А если на меня Диего нападет, это странно. Так, поехали, ладно. Главное, чтобы я потом смог нормально спуститься. Он долго залазит. Готово. Так, сразу облутаю тебя. Опа, аптечка. Аптечкин. Побежали. Так, убить ножом. Ножом... Убить ножом это будет легко. Заброшенка. Раз. Два. Три. Так, ладно. Писай. Холодное пиво. Так, ладно. Здесь у нас ничего. Моя цель. Так, нужно, чтобы тот ушел. Блин, вот они спалят меня. Что, блядь, так воняет? Да боже, убью его, да и все. Как свинья тут подлить? Нашел! Боже мой! О боже мой. Типа он меня не видел за забором. Найс. Окей, допустим. Ага. Где собаку слышал? Рюкзак. 5 слотов. Так. Раз, два. Окей. Быстрое перемещение. В принципе, мне нечего уже качать, но именно по... прокачки предметов. Ну, как бы рюкзак можно прокачать там. И все. Так, продать. Так, в принципе, все. Оп. На выход.
Блин, жалко, что быстрой кнопки нет у рюкзака. По деньгам что у меня? Косарь, окей. У тебя есть пули, нечего бояться. Я того же мнения, у меня есть пуля. Пойдем пешочком, потому что я возьму транспорт, но пропущу всего. В чем дело, чел? Там мята была, забей. Так, ладно. Лук. Это машина. Можно по воде, но я, скорее всего... Окей, все, они проехали. Блин, нет, неудобно мне с луком бегать. С калашом побегу. Так, раз, что-то там наверху вижу. Озеро, озеро. Видеть метку сразу... А, это мирные жители, все. Что? О чем он думает? А, ясно, я понял. Так. Мята еще одна. Ну, в основном остров такой заскриптован очень сильно. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Тихо. Ну сколько ж ты прав. Но мы делаем тихие только убийства. Ой, точняк, я ж могу отвлекать. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Джейсон, знаешь, мы с тобой уже убили сколько. Тут для нас вот это не проблема. Ага. Нам проблема будет только в том случае, если сейчас лоханусь. Так, а что делает желтенькие? Приоритет? Когда он пойдет обратно, его грохну, блядь. Давай, 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 иди, иди. Иди, ты задолбал, сейчас выстрелю в голову. Я ему даю фору. О, начал движение. Мне нужно убить именно этого. Тот меня не увидит, потому что он за работой. Сраные повстанцы, подавитесь этой дырой. Так, все. Так, теперь этого грохну, обойдя в спину. Только тихие убийства, и все. Да, чтобы у меня было место в инвентаре. Так, еще 8 лотиков. Ну, сейчас я вот раз подберу. Так, ты там один? Кажись, один. Нет, не один. Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Тихо, 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 тихо.
Все хорошо, все хорошо. Я так все делаю по-тихому, чтобы все было идеальненько. Так. Опа. Тихо. Отвернись, пожалуйста. Я не хочу просто тебя обходить. Отвернись. Отвернись. Тихо, 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 тихо. А, пускай, короче, курит, я пойду тогда обойду его. А, да, когда покурил, конечно, нужно уже все уходить, когда я ухожу. Как бы того вот вынести по-тихому. Ну, давайте подождем немного. Нас просят скрытно и тихо убить радиопатруль. Ну да, он же. Блять. Он из радиопатруля. Черт! Шлюха наградила меня трипером. Тихо. Опа. Минус. Так, тебя блутать. Быстро к тому подбежать. Тебе рация. А теперь заходим внутрь. Здесь никого. В смысле? А, взобраться? Тихо. Снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная. Новое задание. Что это? Синюю отметку на миникарте покупать бронежилет в магазине. Одобряю. Эй, заткни хлебало! На медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Я готов. Сейчас или никогда. Да иди ты в сраку. Никогда, потому что... Нужно такое место, откуда они меня не смогут достать. Черт. Тихо, новое учебное здание. Да, я понял. А, минус аптечка. Выходи, не прячься! Так, один ко мне идет.
Давай, давай, давай. Готово. Эй, Деннис, я напал на медузу. Пираты сообщили с... Эйсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Окей. Но сначала я должен был тать здесь все. Так. Все, инвентарь у меня пуст. Ну, то есть, полный. Рюкзак. 4 шмотки еще мог взять с собой. Стимуляторы это нахер они мне всрались. Гранатная сумка, вот это полезная штука. Еще. Все, здесь нужно редкое, я понял, создание. Здесь нужно редкое. Так, 4, поехали. Раз. Одно нашел. Ладно. 2. Скорее всего, в середине. То есть внутри. Пипец звуки здесь, громкие. В смысле здесь нету, здесь должно быть. Ладно, вижу тогда другой сундук. Так, раз и последнее, что я могу взять с собой. Так, там нету. Значит, вот этот сундук и телепортируемся. Еще могу создать предмет. А, ну блин, я не хочу это создавать. А, усиление чувств, обостряет чувства, помогает вам обнаружить врагов по запаху и находить взрывчатку по химическим испарениям. Ой, нет, с одной стороны то знать, то хорошо. Так, поехали, ладно. Не суть. Так. Быстрое передвижение. Дикая охота, нужно еще сходить будет. Так, ладно, корабль мы захватили и отбили. Это окей, это норма. Так, поехали. Продажа. Готово, 1500. Так, первое, что я сделаю. Сюда. И карты. Не-не, подожди, что я хотел купить? Так, пулемет у меня есть, дробовик. АВП есть. Пистолет. Пистолет, и я хотел... На магнум есть тут глушитель? Только удлинитель, да? Ствол повышает точность стрельбы, оружие и намного увеличивает убойную силу. Ну блин, это не то, что мне нужно. Глушитель, ночной прицел. Здесь ни хера нет. Ладно. Ай, или карту лучше купить. Карту.
покупаю карту. Так, расходный материал мне не нужен. Подождите. Пистолеты. Пистолеты обычные. Экипировать. И давайте на четверку. Ладно, так уж и быть. Чай радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Ладно, давайте этим людям поможем. Говори. Мы смотрели. Что если... Что? У него татуировка воинов рак яд. Он нам поможет. Что не так? Моя дорогая, мое дитя. Как она могла? Из-за мальчика. Айна, дай я скажу. Сэр, моя дочь Надя убежала с мальчиком. Они хотят убить себя. Ясно. Они молоды, глупы. Думают, что жизнь уже не станет лучше, вот и ушли. Прошу, найдите и верните Надю. Она молода. Мы везде искали. Нет, не везде. Мы не ходили на скалу Бихар. Прошу вас, сэр, сходите туда. Нам не успеть. Окей. Миссия принята, чел. А, это не так уж далеко. Быстрый бег мне поможет. Давай, давай, давай. В округе, да, 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 постреляйте мне там еще, придурки. Вооруженные силы. А, я понял почему. А где парень? Я их только что видел. Так, тихо. Минус 3. Минус 4. Ладно. Тоже насобираю. Не беда. Не беда, не беда. Все, он ушел. Ты в порядке? Не могу дождаться, когда вернусь домой. Я. Все. Эй, эй. Алло. Я помог тебе. Все. Ай, Гена, иди сюда. Ой, блядь, иди сюда, нахуй, заебал. Все. Девочка, ты свободна, все. Давай, Надя, с тобой поговорю. Пошли к твоим родителям. А что у него за пекарь был? Ой, да. Вот видишь, сбежала, а парень из-за тебя умер. Ты ранена? Он хотел меня убить. Он хотел убежать со мной, но когда мы сюда пришли, сказал, что мы умрем вместе, чтобы быть вместе навсегда. Он пытался меня застрелить. Как ты залезла? Наверное, испугал зверей, когда выстрелил. Они напали, и я спряталась. Иди домой, мама и папа с ума сходят. Спасибо. Все, нет за что, вали. Все готово. Где же ты? Джульетта. А, да, Ромео и Джульетта. Так, 500 бачей у меня есть. Так, выстраивать перемещение. В помощь. Окей. Как раз куплю карту. Я, чтобы поняли, когда буду идти, чтобы сразу собирать эти реликвии. А, так, карты. Так, 500-очка принять, купить.
Что у меня тут осталось? За 1500 две штуки. Три штуки. Так, стопэ. Создать я ничего не могу, да? Создание предметов. Бумажник. Казуара. Это уже все. Рюкзаки. Топир мне нужен. И свинья. Топир и свинья. Топир и свинья. Все. Мне нужен топир и свинья. Чел, сорян со своим заданием. Мне нужна свинья. Вижу топира, где могут быть. Блин, ну я только что там был. Ладно. Топиров. Да. Пара медведей недавно покалечили местного фермера. Найдите, убить их, используется предназначенный дробовик. В следующий раз. Давай, быстрее. Топиры нужны. Топиры нужны их две штуки. Для того, чтобы улучшить рюкзак. И медсумку я тоже улучшу. Так, давай быстрее. Или у тебя у него ж усталость есть, точняк. Не хочу драться. Оп, что я получил урон? Игра называется «Найди топиром». Кажись, нашел. Это они? А нет. Райская птица. Райские птицы живут на острове повсюду. Местные жители держат их у себя дома за наиболее красивыми представителями этого семейства. Пернатых охотятся коллекционеры со всего мира. Из невзрачных делают метелки из перьев и другие безделушки. Ой. Сорь. Я и тебя не хотел вообще убивать. Ладно, подберу, что из тебя есть. А, нихера нет. И класс, и где мне искать это животное? Топир, где топир? Так, нифига, тут реликвия, вот реликвия. Письма, короче, эти нахер, я думаю, клады. Или стоят... Клады, мне кажется, вообще не стоит собирать. Свинья. Свинья-то свинья. И топир мне нужен. Как мне его найти? Где? Где? Покажите. Где топир? Где? Нету топира. Не вижу. Помахти. Я не вижу топиров. Ё-моё. Это из-за вот этих, что напугали их. Тупые твари. Теперь топиров не могу найти из-за них. Топирки! Топирки! Привет! Привет! Так, ладно, азиатский топир. А, не успел. Путеводитель. Миссии. Дикие животные. Азиатский топир. Азиатский топир. Топиры крупные. Травоядные млекопитающие часто встречаются на Рук-Айленде. Они напоминают мне хиппи, которые когда-то слонялись по паркам и улицам. Впрочем, топиры никогда не гадят в моем саду. Окей.
А что у меня по прогрессу? Прогрессу. Миссии 2. Радиовышки есть. Реликвии. Аванпосты, карта памяти. Вот я получил что-то. Охота за головами, навыки. Оружие. Оружие приобретено. Только 11. Рецептов получено. Сюжетное задание. 2. Так ладно, плевать. Топиры. Черт. Шкура топира. Тупая гадость. Там еще, по-моему, был один топер. Бешеный пес. Так, это у нас кто? Топиры. Так, и поехали. Раз. Два. Получаем. Раз шкурку. Два шкурку. Фух. Так. Готово. Привет, ребят. Сундук. А, свиньи где-то есть поблизости? Только здесь, да? Значит, мы телепортируемся, окей. И закончим на этом. В следующей серии я создам себе шмотку, прокачаю еще что-нибудь. И все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Целых 2 очка навыка. Всем пока.